я пьяный. Ой. Да-да. Так, все, он убит. Так, фу, тут улики. О, какие... Ничего себе, какие крутые вещички! Ничего себе! Все это мое, 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 мое. Надо его дом разгромить. Так, сейчас все заберу. Так, еще я это возьму. Так, надо. Тут, о, наверное, тоже зажигалка. Надо еще кроватку забрать. О, у него крутая фермочка. Еще я заберу. Все это теперь мое. Мое. Так. Так, надо подальше от рюкзака. Так. Ага, вот зажигалка. Так, сейчас я в кармане найду динамит. Все, нашел динамит. Ура, я нашел динамит. Теперь надо все тут взорвать. Все тут взорвать надо к чертям. Еще надо избавиться от пистолета. Все, избавился от пистолета. Теперь улики избавлены. О, нет, вот это я заберу, я заберу, я заберу, я заберу, я заберу это. Ура, сейчас заберу. Так, убегаю, 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 убегаю. Красиво. Ще-ще-ще-ще-ще. Ой. Ще-ще-ще-ще. А где труп? Ничего себе, его разорвало на куски. Хе-хе-хе, все, это теперь мое. Все, теперь это мое. А ты иди отсюда, кыш, 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 кыш. Фу. Хе-хе-хе. Ага, что тут у нас? Левая рука оторвана от взрыва. Левая нога тоже оторвана от взрыва. Правая и вот правая рука и правая нога тоже оторваны от взрыва. Вот туловище и голова. Тут был дом. Но его взорвали. Значит, кто-то тут был. Сейчас покушу. Так. Туша. Туловище. И еще четыре конечности валяются на земле возле взорванного дома.
все. Надо найти преступника. Жорж родился в 1999 году, а умер в 2020 году. Разорвало на 5 частей по всей округе. Вот такая вот история про Джорджа. Он родился в 1999 году. У него все было, а после его смерти его душа говорила: знаете, этот мир не управляется законами, написанными на бумаге. Он управляется людьми. Одними соответствует законам, другими нет. От каждого человека зависит мир, каким он сделает, чтобы вашу жизнь не превратили в ад. Не все так просто, как учили нас в начальной школе. Надо быть везде и всегда. Я все запорол. Так же, как и пассажиры самолета. Знаете, надо знать меру. Да, меру. Вот хорошее слово. Тот, кто слишком хочет много, рискует потерять абсолютно все. Правда, тот, кто хочет слишком мало, может вообще ничего не получить.